статистика арта, онкология аурушылар бойынша, ебет, көп ұшырақта кішілерге диагноз соң қойыла. Бұл ұшырақта профилактика мүхим, әмі скрининг текшіру қиммет. Әбіл процедураны көпшілік ұза алмай қиммет бұлғаш енді. Яман шешіні алдан білуіні ашықлау ішін Дәулет сәлеметлік сақлау министрлігі нечек ұйыштыра. Это есть государственная программа раннего выявления злокачественного образования. Вообще всех заболеваний, в том числе онкологический компонент. И это ведь бесплатно. Раз в три года более 6, от 600 до 700 тысяч населения нашей республики мы должны и осматриваем по технологиям диспансеризации. И туда совершенно бесплатно входит и маммография, и цитологический скрининг. Главное прийти, многие не приходят. А сегодня, вы правы, почти 30% запущенных случаев уже сразу выявляется. А здесь победить чрезвычайно сложно, когда уже болезнь запущена. Вы поднимаете крайне серьезный вопрос о тех финансовых средствах, которые направляются государством, промышленными предприятиями на проведение различных видов медосмотров, диспансеризации, скринингов, программы и так далее и тому подобное. Это большой системный вопрос. Я с вами полностью согласен. И в данном случае мы считаем, что необходима некая координирующая такая вот какая-то организация, орган, может, наш диспансер, может быть, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, который бы смог координировать вот эту вот большую системную работу. Диспансеризация есть, государство деньги выделяет. Это для человека бесплатно. Скрининговые программы есть. Бюджет деньги выделяет, для человека это бесплатно. Медосмотры на промышленных предприятиях проходят, промышленные предприятия на это деньги выделяют. Но вот результативность проведения вот всей этой системной работы, создание единой информационной базы с выходом на конкретный паспорт здоровья каждого жителя Республики Татарстан, вот это, безусловно, большая системная работа, которая предстоит сделать, наверное, в ближайшие годы.